А спорим, что за 3 секунды невозможно подписаться и поставить лайк. Всем здарова, дорогие подписчики, по-прежнему с вами это Димка Шумахер и Юрка Старичок, и мы в GTA, рубрика Битва воришек. Я топ, я ничего не знаю, все за рулем. Да, ребята, мы вернулись в GTA, а именно в район Ричман. Именно здесь мы попытаемся найти самые крутые тачки за отведенное время, я напомню, за 50 минут. Да, окей, хорошо. Наставь себе преклонного возраста. Ты же любишь таких вот стареньких. Ладно, в любом случае, ребята, не об этом сейчас, потому что я напомню, что у нас есть как раз таки время. И в это время мы должны уложиться, чтобы не попасться копом. И, соответственно, угнать все тачки. Потом мы проведем парочку испытаний и посмотрим, у кого все-таки... Тачки будут лучше, я понял. Да, и конечно же, ребята, увидим, кто побеждает в этом шоу. Вы обязательно ставьте лайки, вы обязательно подписывайтесь на канал. Давайте-ка наберем 1000 комментариев за первые же сутки. Я попытаюсь вам тоже помочь. Пишите точки запятые, все подряд. Также давайте-ка наберем 3000 лайков, чтобы, конечно же, друзья, у нас все получилось, и мы выпустили еще подобную серийку. Ну а для начала мы выберем байки. Это у нас 1, это у нас 2. Тебе первому. Назови число от 1 до 2. Это один. О, у тебя батя получается, у тебя батя. Это батя, у тебя батя, говорю. Отдай байк. Слышь, ты фу, блин, байк верни мне. Ладно, ребята, поехали, короче. Вот это заберем. Вот это заберем. Вот это заберем. Ты что ты творишь? Ты нас спалишь сейчас. Ой, промазал. Стоять. Ключ... Да ладно, что хрен с тобой, беги. Я пытаюсь тачку взломать, чтобы достать. О, это десептикон. Нихуя себе. А если... А, так он открыт был. Изи. Изи, вообще на туре. Первая готова. Вау. Ема. А чё? Ты бэху на... У меня очень быстрый десептикон на туре. Да. Так, кстати, ты у меня, по-моему, байк угнал один. Вау. А, что? Я ж тебя сбил. Да, конечно. Вон ты фуфлин. Мечтай. Вон, да-да-да, это все твои проделки. Там есть что? Опа, есть что-то. Что-то есть. Что-то есть. Слушай, а можно я байк оставлю за место тачки? Я просто нашел какую-то лего-тачку и... А, не, она быстрая. Что за лего-тачка? Она быстрая. Емать, она быстрая! Чего? Емать, понял, не знаю, принял. Лего Мини Купер я нашел, получается, но он очень быстрый, поэтому, ребята, оставим его, пожалуй, вот в этой подборочке. Поехали за следующей. Ребята, пока мы едем, Красиво. Да, отлично. Минус. А вот, пока мы едем, ребята, я бы хотел еще спросить у вас, а вообще... кто планирует на Новый год уезжать куда-нибудь отдыхать? Напиши, пожалуйста, в комментариях. Те, кто планировал, уже плюс-минус. Уехали отдыхать. Не дави на больное, слышь. Как бы шутки шутками, но об этом лучше не шутить. А то, знаешь, сейчас тебе постучаться в дверь. И тоже поедешь. Отдыхать! Что это? Где ты? Я нашел, короче, акулу с жабрами. Или Годзиллу. Я даже не знаю, как это назвать, но типа дракона. Очень быстрого. И это ламба. Это ламба. Это ламба, брат. Я тебе отвечаю, я нашел Годзиллу. Ой, ой-ой. Оставим ее, пожалуй, вот здесь. И мать, это было сложно. Как бы, да, ребята, отправляемся дальше. Но есть одно у меня тут дельце. Не знаю, какое у меня дельце. Я знаю, что у меня ни одного чита здесь нету вообще. Это странно как-то. Так ищи, ищи. Ой, ой-ой, валим. Я думаю, тебе главное не попасться копом. Даже намека не дал. Серьезно? Но у меня неплохие машины, я так скажу. Потому что, потому что... Что я монстра нашел? Нихаси, тихо, не палимся. Джек Дэниелс. О! Тебе нравится Джек Дэниелс, брат? Я везу тебе... В смысле? Что? А как? В смысле? А я еще думаю, что за звук такой? А почему? Порш горит, серьезно? Может, ты его раздавил как-то? Мега странно. Ладно, я, короче, Джек Дэниелс привез, чтобы ты понимал. Я его оставлю вот здесь, получается. Отлично, поехали за следующей машиной. У меня даже рядом таких машин в районе нету. Серьезно? Там один десептикон, этот супер дьюти, что стоит? Ну ладно.
Ой. Серьезно говорю, вообще даже намека нету на такие тачки. Окей. Это плохо или хорошо? Это пиздец. Если по факту говорить. Я пятнаху нашел! Нихай себе! Да ты заебубал, блядь, машины чини иди. У меня все машины взорвались. А я не трогал их. С хера. Я же за пятнахой поехал. Ебать, что она такая резкая? В смысле взорвались? Серьезно? Я не знаю, что здесь происходит, но меня здесь не было, они все взорвались. Может, из-за того, что Porsche у тебя горела, и они тоже погорели. Так, а может, у тебя какая-то еще тачка горела, и она тем самым взорвалась? Не знаю. Ну, тоже как вариант может быть же, да? Правильно, правильно. Так, ладно, я в любом случае, пока еду за следующей машиной, я уже как бы этот весь район очистил. Давайте-ка поедем вот в этот район. Тут есть что? Опа! Есть. Я чувствую, мы сегодня здорово! С тобой в одну калитку здорово! Будем соревнования устраивать. Опа! Тихо, 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 тихо. Опа, о, окей. Ладно, ребята, вы этого не видели. А я тем самым угнал. Нихуя себе. Я дрифткорчик угнал. С елкой. Новогодняя елка, че, братан, будем... Тормози. Будем как бы круговаля воротить вокруг елки-то или нет, а? Знаешь, я думаю? Ну, поехали. Я смотрю на твои тачки и понимаю, что у меня одна только BMW способна хоть что-то сделать против них. Слушай, у меня тоже есть BMW, но она вряд ли что-то способна здесь сделать, потому что она вообще ни о чем. Ладно, это получается, что получается? 3, 6. А, так подожди, мне надо еще две тачки пригнать, ни хася. А я-то думаю, ну тебе как бы тоже надо. Ладно, поехали, ребята. Я даже не знаю, куда еще ехать, я вроде бы уже везде был, наверное, таки, да? А, не, во, там еще два дома есть. Точно, поехали тогда вон туда, да. Как бы там заберем что-то прикольное. Что ты там делаешь вообще? Какой-то расстроенный сегодня, подавленный. Нихуя себе! Парам-пам. Так. Курение зло, курение вредит. И сопутствует угону вашего автомобиля. А потому, ребята, мы очередного десептикона угоняем. Ебать! Охеренно просто. Пока ты там... Вау! Какие десептиконы? В плане. Так, ну, сейчас поймешь. Трансформер, мать его. Тихо. Ебать своюшка! У меня минус тачка. Я ничего не смог сделать. Я пытался тормозить, но у меня ничего не получилось. Даже твой мини-купер 7 тачек из 8 просто. Ты думаешь? Подожди, что у тебя за тачки-то? Дай-ка посмотрю. У тебя вон чит есть. Ну, один. Волга же чит, по идее. Порше хороший, Бэха быстрая. Порше нехороший. У тебя этот джип охеренный, слышь? Давай как бы без вот этого. Слышь, этот джип без цепухи, ты на нем ездил хотя бы? И вот на этом я вообще молчу. Нет. Ну вот и я тебе о том. Я тут кое-что придумал. А точнее, я просто с заднего хода заезжаю, а тут дом-седом. Опа, здорово! Не ожидала меня видеть, да? Курить вредно, все отлично. Очередную тачку мы забираем. Ребята, М5 на базе. Супер. Она очень хорошая. Она прям очень хорошая сегодня. Слушай, охереть. Но она не тяжелая, одно могу сказать. Я себе забираю вот это вот. Слышь, не трогай мои тачки. Забирает он. Отдай мою тачку, понял? Нет. Или я сейчас Волгу... Ну ладно, Джек Дэниелс, я меняю на Волгу, так уж и быть. Я окей, договорились. Тебе отдаю, вот ты сказал, что он крутой, он хер тебе. Я Волгу забираю, твоя, спасибо большое. Место. Понятно. Все, спасибо. Кстати, у него только какой-то левый неон. И все, в натуре левый неон. Ладно, ребята, в любом случае, на этом мы закончили наши угоны. Отправляемся тогда на следующее наше первое испытание. Вы пока что напишите в комментариях, кто зарабатывает балл за поиски. Погнали! Ну да. Ребята, наше следующее испытание — это смертельные шашки. И здесь у нас полицейский мустанг против болгаря. Желаю тебе удачки. На счет 3, 1, 2, 3. Полетели! Да буквально. Так. Ой, но я, кстати, помню это, да, поэтому надо особо не разгоняться. Где-то держать 300, блестяще! Ты тоже вылетел? Я в говно еще летел со свистом. Я вернулся на трассу и поехал, я, в принципе, наверное, таки дальше. Слышь, ты что там на E2 возвращаешься? Надо было заезжать, как это сделал я. Каким я образом тебе с говнотечки сделал, заеду? Не знаю. Вот, я положу в день. Как-нибудь. Емать.
Емать, тормози! Спасибо! Меня спас! Ограждение, по которому я проехал! Да, Емать! Чего он такой лютый? Аккуратный блондин! На всю страну и сервер он один. И я вроде притормозил. И еду как наш ЗИЛ. Ладно, шутки в сторону. ЗИЛ. Подтолкну тебя. Ой! Ой! Я притормозил. Да хер ли толку-то? Да что ты делаешь? Ой! Я в дерево врезался! Моя лучшая тачка. Я жопой. Я жопой финишировал. Ну, на самом деле, тебе просто не повезло, ты очень много врезался на ней. Я бы, мне кажется, лучше бы на ней проехал. Да ладно, она быстрая, но нормальная. Но она не тяжелая, наверное. Хотя нет, ты сбивал людей, поэтому ничего не знаю. Она не быстрая. Да? Зато тебе просто помешал левый неон, понял, да, как бы именно левый неон. Ладно, отправляемся тогда на следующее испытание, да, отправляемся на дерби мы. И на сегодняшнее дерби мы выставляем вот этого нереального зверя. Быть точнее, что это вообще за дракончик, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто шарит. Против Бэги, поехали. Ну давай. Мать. Это вообще было, что это рассинхрон был. Я выжил. Ты тут сзади уже. Да ты сзади уже. Да давай! Ты, я выжил! Я выжил! Да сам Танчоус, я спиралька. О. Вау! Вот это было неожиданно. Блестяще назад газнул случайно. Ладно, так уж и быть, одна жизнь у тебя. Мы готовы поехать. Очень странно, двух, мы, кстати, то, что играем. Ты от меня уехал вверх, а не я от тебя. Да, прикинь, что за бред? Да ладно. Да. Как? Да нет, не в ту сторону, блестяще, я не в ту сторону пытался крутить. С бампером что-то наверное. Давай лоб-лоб, чисто ради интереса, вот чисто давай, вот тут вот я стану, ну, грубо говоря, да, мне просто интересно. Это... Почему, да, вот в этом-то и вопрос. А, у меня же еще есть ускоряшка есть. Ну да. У тебя проблема? Да. Либо у меня просто впереди. А, ускоряшка на X, получается, нажимается. Ну да, что странно, как бы ты вроде повыше, а... Во, теперь ты заехал. Получается, ну, наверное, на миллиметрик ты все-таки ниже, и потому, если у нас какой-то перепад, тогда можно было бы этим играть. Ладно, ребята, баллы мы сравняли. 1-1 по общему количеству, отправляемся тогда дальше. Ребята, следующее испытание у нас это дракрейсинг, и здесь М4 против М5. Посмотрим, на что способны новые бэги, и вы пока что в комментариях напишите, за кого болеете. А мы начнем на счет 3, 1, 2, 3, поехали! Ниха ты пошуршал. Ну, у меня не чит, у меня просто быстрая тачка. Ну, у меня тоже не чит, просто быстрая тачка. Ну, в разы быстрее. Че, по максималке вопрос? У меня 400 пока что. 370. 450 взял. 390 за уши. Она очень медленно разгоняется, очень медленно. Это скажи мне, ты быстрее меня обогнал-то, блин, на старте. Там... Я уперся максималку, 490. 405. У меня скорость теряется. У меня скорость 490 упала до 480. И все, она на 480 держит. У тебя что? 416 максимум видел, и вниз падает тоже. А, ну, не догонишь. Да, почти. Тут уже не догонишь. Да, тут все понятно. Окей, ребята, это получается мой балл. Ямана управляется на скорости 400+. Она идеально управляется. Они шустрые, да. Да ладно. Охеренно. Ладно, ребята, в любом случае баллы мы записали. Давайте-ка отправимся тогда на следующее испытание. Пока что 2-1. Поехали. Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. У меня их полно этих гопрожек, что ли. Не, у меня они на месте. В любом случае, ребята, у нас прыжок. Разгоняемся по максимуму. Скорее всего, у тебя просто баг какой-то. А, она же взорванная была, точняк. Мы ее кашоту завезли, он быстро восстановил за 5 секунд. Поэтому нормально все. Ну, кстати, еду я таки неплохо. У меня, кстати, звука нету, я на дрифт. Такая же херня, тоже звука нету. Она дрифт, давай, держать строй, ребят. Напомню, что кто вылетит дальше, тот и забирает этот балл. Я, в принципе, вылетел. Сколько у тебя скорость было? 440, у тебя что? 340, даже прыгать не буду, у меня трасса пропала. 340? Я сюда ехал. Серьезно? Больше, чем я... Больше, чем я приземлюсь, короче. Я по итогу приземлился на перчик. Ну и да, ребята, 340 это не особо быстрая скорость. Я-то думал, лучше вылетит. Окей, а мы отправляемся тогда на следующее испытание. А пока что 3-1. Друзья мои, наше следующее испытание. Я взял монстра, броневика. Против, получается, Porsche Taycan. А ехать нам 3 километра ровно до гольф-поля. А мы напомним, что у нас получается автопилот
на скорости 300, стиль езды агрессивный. 1, 2, 3, поехали! Ну, попробуем. Давай. Ну, на самом деле, идут таки ровно, только непонятно почему. Вау, что? Красиво, конечно. А что ты делаешь? В смысле? Ты больной ублюдок! Он просто вправо у меня, он то ли... Да, он подрезать тебя пытался, наверное. Ну, не знаю, потому что я в отборник тоже врезался, как бы. Это было люто. Во-первых, во-вторых, я вижу то, что у тебя Porsche так-то агрессивный. Ну, а вот у меня как-то не очень. Это да, когда его вес врезался два раза, поехали. И он, короче, загорелся. Поэтому, мне кажется, он такой хрупкий, короче. А, возможно. Ну да поехали ты, пожалуйста. Ёпа-мать, ты все объезжаешь просто. Вот все. Ну в этом плане, да. Я нет. Едет неплохо пока. Да поехали ты, блин, гостящий, пожалуйста. Да и тут ты тоже все объехал. Емать. Давай. Серьезно? Ну это супер, потому что я тоже походу по тому же маршруту поеду сейчас. Давай. Дай куда? Нет. Обгони ты его. Можно проверить, пожалуйста. Да, взяли. Но жалко, что ты тоже взял. А тут левей. Срочно. В кармашек быстрей. Но, мне кажется, сейчас будет, видимо, протолкнуть невпихуемое. Аль, нет. Поехали прямо. Давай. Ну, налево сейчас перестройся. Ну, идеально. Можно было обойти Porsche. Мне нравятся вот эти боты, которые просто по прямой едут, нормально все, похер мне. О, красава, братан, то, что уехал на парковку. Херово, братан, то, что не уехал вот этот вот дюк, который у меня сейчас впереди, я тупо из-за него встал. А ты еще и там проехал. Я там оставил на перекрестке. Да ладно тебе, ебать, понимаю. Серьезно? Я сейчас смотрю за тобой, потому что мне интересно, как ты поехал. Чё ты творишь? Чё ты творишь-то вообще? Кстати, я еду тоже где-то рядом. Ебать, я тоже еду уже там же, где и ты только что проехал. Ты по идее, ну нет, шансов вряд ли это. Через бота прям перепрыгнул. А я не видел, я за тобой смотрю на данный момент, потому что у меня вроде просто пустая трасса, и я еду за тобой. Я, кстати, тебя догоняю! Я тебя догоняю, давай, сейчас бы где-нибудь стопорился ты, и может быть что-то из этого было бы. А тут нету ни бота, ничего. Ну-ка. Ну да, тут чисто спокойная дорога. Ну, кстати, я тоже рядом, посмотри. Он что-то меня агрессировать стал, когда я перестал за ним наблюдать. Автопилот, видать, не его стезя. Да. Может, он просто стесняшка. Как только я убрал свой взор с его езды, он тогда и начал нормально ехать. Ладно, ребята, это был за Юркой 2-3. А мы отправляемся на следующее наше испытание. Погнали! Да, давай поехали. Это следующее наше испытание, это съезд горячей или это эфира против Шевроле Субурбан. Ну, так как у меня внедорожник, я готов тебе дать 7 секунд фор. Ты, короче, наверх можешь отъехать, прыгнуть. Время пошло. И ты улетишь либо нахер, либо в дырку, короче. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я полетел. Окей. Что, бля, с ним? Что? Ну, если ты улетишь в стартос сверху, то я победил, имей в виду. Подожди, что с ним? А если починить? Не починишь. Я не вижу ни хера. F2 не нажимать. Я не вижу ни хера, у меня, короче, чтобы ты понял, у меня игра сломалась. Я без колес остался. У него что-то с колесами не то. Потому что... Что? У меня, короче, сейчас появилась игра, до этого у меня просто был черный экран. Это как? Чё? Это что такое? Я тебе отвечаю, проедешься потом на нем, ты охереешь сам. Я ездил на нем. Именно прыгнешь когда? Да? Странно, но у меня сейчас вообще какие-то проблемы на нем. Ладно, ребята, я думаю, что тут главное едешь. Сейчас аккуратно приземлиться. Ты даже не газуешь. В смысле? Бомба улетел к херам собачьим, как говорится. Он улетел к херам собачьим, как говорится. Как ты пес, блядь. Да! Отлично! Это же замечательно, слушай. Не, ну блин, было прикольно. У меня сейчас, короче, без колес, чтобы ты понимал. И колеса, когда колеса нормально. Были, у него какая-то пинга была. И картинка рвала. Ладно, ребята, в любом случае на этом будем заканчивать. Такой прикольненький видосик у нас получился. Я очень надеюсь, что вы подписались на канал. Обязательно поставили лайк. А и на этом все, всем ссылка удачки. В описании, всем пока-пока, друзья. Пока, да, поддержим Юрца.